Ой, вот она, смородина. Это вишня. Такая низкая вишня. А это смородина черная. Ниже там больше, там внизу. А вот да. Вот смородины черные, это розочки. Это эрга. Она еще не поспела. Это киска моя. Домашняя. Ты куда лезешь? На меня? Ты зачем? Вот табак. Птичка поет. Это калина. А какая она? Розовая. Розовая. Вырастили на своем огороде. Это чили перчики. Вот они какие красивые. Так. Капусту выращиваем. Нет, это лаванда похоже. Лаванда, Тамара. Вот капуста и ромашка. Тут у меня растет базилик. Здесь базилик. Он очень вкусно пахнет. А это свекла. Свекла и грядочка базилика. Может, уже свеклу можно выдирать. Вот это девочки. Салат. Салат. Вот такие грядки салатные. А это лаванда.
Очень вкусно пахнет. Дождик собирается. Вон какое небо. И даже огород поливать не надо, потому что будет дождь. На лаванде жук. Не вижу теперь, где он. Улетел. Где-то чили-перчик. Горький-горький. Острый. Острый. И все поливать не надо, потому что сейчас будет дождик. И вот это вот еще. Вот еще мои растения. В таких вот катках. Грядки. Еще одна грядка. Так, рядками все посажено. Так, свекла. И еще базилик. Так, тачки. А здесь рассада. Вот она, рассада, еще раз. Это петунии. Надо их будет высаживать. Кто не хочет? Разные сорта свёклы. Разные сорта свёклы. Вот. Чипсы салатные. Вот это? Горчица салатная. Желтеньким? Ее куда добавляют? Вот это салат? Да. Полукачанный. Полукачанный. Вот что-то у нас выросло. Пчела. Ай, собирай табак. Ой, летела. Это базилик. Это свекла. Это рядка. Чили перчик. А это не поспел еще. Это лаванда. Тут рассада свеклы. Чирикает птица. Это колокольчик. Мой, как чирикает. Тут розочки. Очень вкусно пахнут. Белые розы. Пепельные розы.
такие ярко-розовые.